Привет всем любителям шахмат! Сегодня на уроке у нас один из моих любимых примеров. Браун Хей, 1986 год, Рейкьявик. Ход в этой позиции черный. Как мы видим, белый поддавливает черного короля, где-то там может проползти ферзь h6, ферзь g7. Но черные могут и защищаться путем кони f5, ну а могут сыграть на атаку. Ваша задача в этой позиции найти чудесную комбинацию за черных. Жмем смело на паузу. Кто уже решил, давайте вместе смотреть. Конечно же, всегда надо счастье искать впереди. Первый ход в этой красивой комбинации ладья един шаг. Брать мы с вами вынуждены, поскольку черные атакуют короля, деваться некуда. Ну и вот здесь вот крутейшая история, конь е2. Очень симпатичная вилка, висит король, висит ферзь. Деваться некуда, например, ход короля h1, конь f4, просто лишний ферзь, это скучно. Поэтому ладья e2, но после ладья e2 тихая ферзь b1 и решают судьбу партии. Оказывается, все вот эти вот друзья никак не могут помочь своему королю, и приходится просто сбрасывать материал и сдаваться. Ферзь c1, ферзь c1, ну и ладья e1, ладья e1, ферзь e1. Спасибо за внимание, ищите счастье в атаке, оставайтесь с нами на одной волне и увидимся совсем скоро. Пока-пока!